Московской области продолжают свою работу 130 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Одинцовского округа Андрей Иванов, один из них открыт на базе Одинцовского молодежного центра. Ежедневно с 9 утра до 19 вечера здесь работают 25 волонтеров. В формировании гуманитарного груза принимают участие представители бизнес-сообщества, депутаты-единороссы и неравнодушные жители.